Иду в землянку и решил по другому пути немного пойти и вон посмотреть, что здесь стоит. Издалека видел, что здесь что-то находится. А это какой-то вагончик железный. Ну, три стены так и крыша. Притащили, видимо, рыбаки рыбачить на реку себе. Такая красота. Сейчас пойдемте на каньон сходим и дальше пойдем. Хороший такой обрывчик. Такая вот красота. Ладно, идем дальше в земляночку. Город полкилометра, километр. А тут люди уже без газа живут. Печку топит он, мужичок. Россия, матушка. Огромнейшие сады заброшенные. Хотел спросить ваше мнение, по какой причине сейчас сады вымирают. Уже мало кто ходит в сады. Кто что думает по этому поводу? Причина. Пишите в комментариях. Такая вот доска объявлений. Тут еще добротных домики есть, так-то в принципе. Я думаю по этому поводу, что либо люди стали богатые, стали все покупать, либо стали ленивые, что неохота, проще купить, сходить. Пишите ваши предположения. Сейчас сады, если кто и держит, то чаще всего, наверное, для отдыха, не для огорода. Отдохнуть, шашлычки пожарить на выходных, там приехать. Ну, про богато я бы еще подумал над этим вариантом. Не знаю. Скорее всего, ленивые стали люди. Все тает, речка сейчас начинает тоже таять потихоньку. Поэтому сейчас дальше приходится в окружную проходить, обходить. Километра на два, наверное, сейчас дальше ходить до землянки. Ничего, скоро новая будет уже. Прикупить бы какой-нибудь снегоход к следующей зиме, чтобы проще было ходить, чтобы не ходить. А сейчас на лето, думаю, может какой-нибудь мопед.
На машине не везде проедешь. На мопеде проще. Да даже если где-то не можешь проехать, просто перетащить можно. Через бревно там, через сто, через все. Посмотрим, что. Все схроны оттаивают. Надо будет спрятать получше. А на улице теплее, чем в землянке. Каждый раз прихожу, и одно и то же. Мышки все кушают пенку. Ну и кто там? Писали, что весной я тут утону. Почти половина снега уже растаяла, здесь ни капельки нет. Ну вот, здесь... В этом месте только сырое. Тут масло пролито. Везде сухо. В одном месте где-то здесь протекает. Крыша немножко и вся. Я же говорил, что здесь не пойдет вода. Такая почва здесь. Это из дров, наверное, текло здесь. Оттаивали. Как обычно, сваливаем на улицу на чаепитие, пока не разгорится.
Пойдемте порубим что-нибудь. Что-то дымит, сейчас еще печка уже минут 10. Что-то долго разогревается. Пойдемте повырубаем. Кормушечку еще сделаем одну. Я вот только птичкам забыл поесть взять в этот раз. Блин, косяк. Ничего нету с собой-то такого. Так. Батон из стека. Ой, батон. Рулет. Рулет с собой есть. Но думаю, рулет совсем не полезно будет. Пойдет. Топором не очень удобно выбирать из внутрянки. Ну, думаю, хватит. Там положу что-нибудь все равно. Так, на скорую руку. Пойдет. Такой армянин какой-то получился. С усами. Топор что-то хиленькое тут это крепление. Подклеил сейчас клей момента с собой был. Не знаю, ну сколько хватит. Эпоксидные смолы эпоксидного клея пожалели, что ли, не могли нормально заклеить. Шканты эти посадить на эпоксидку. Наши же делаем все. Еще поддымливает немного, но уже меньше. Дверь открыл. Землянки и жарище. Можно париться. Если дверь закрыть, точно можно париться будет. Печка жарит вообще. Предлагаю сейчас приготовить обед и сходить до пещеры. Хочу показать вам пещеру, которая у нас тут есть.
одна из нескольких посмотрите, прогуляемся. Все равно неохота в землянке сидеть, такая погода хорошая на улице. Обратно солью, когда приготовим. Планов у нас на лето много. Надеюсь, все осуществится. Помимо землянки есть еще одна мысля. Интересная очень. На ютубе еще такого не видел. Но рассказывать пока не буду. А то потом мне интересно будет. Сделаем кое-что интересное. Оригинально. Так что, ну, пока что ждем. Надо будет еще на днях как-нибудь собраться и съездить, посмотреть место, повыбирать уже можно для землянки. Пока снег еще есть. Посмотреть, где можно будет проехать на машине, где потом на лыжах придется или на снегоходе, посмотрим там дальше. Хотелось бы, конечно, чаще снимать про землянку, про лес. Жить побольше в лесу, но пока возможности нету финансово. Но будем к этому стремиться. Больше хочется для вас снимать. А то я смотрю резьбу по дереву. Особо никто не интересно никому. Это оставим козликом. Очисточки. Сейчас ждем масло, когда закипит. И будем закидывать. Нормально так нагрелось с открытой дверью. А если закрыть, то все 40, наверное, будет.
Там капает с крыши. Ну, я думал, будет больше. А, это нормально. Не сильно текет, оказывается. Я думал, потекет, тут вообще грязище будет. Снег уже там почти растаял на крыше. Осталось... Было сантиметров 30, осталось сантиметров 10, наверное. И особой лужи здесь нету даже. Значит, все нормально. Не буду никакого делать, там желоб, чтобы стекало. В принципе, и так пойдет. Масло маленько нагреется, что-то подостыло, печку не подкинул, позже это прокараулил маленько, пролежал. Сейчас маленько разогреется, еще картошку скину уже. Маркова, Славия, Прилуэйс, Волгоград. Улеты запланированы один раз в неделю по четвергам.
приятного аппетита всем. Картошечка удалась. Давненько что-то не жарил цельную картошку в мундире, хотел сказать, во фритюре. Ладно, сейчас пообедаем. Хотя уже время часа 4, наверное, 5. И пойдем погуляем до пещерки. Добрый путь. Дошел до речки. Все, начинает скрываться уже. Сверху вода. Ходить уже опасно сейчас по речке. Ну вот, дошли. Так она выглядит снаружи. Рюкзак здесь оставлю. Сходим так. Фонарики возьму. Сейчас покажу. Я-то ходил уже один раз. Первый раз сам ходил и снимал тоже. Но так как освещения у меня не было с собой фонариков, заснялось плохо, я не стал уже вставлять в видео. А сейчас покажу уже при свете. Ну да, первый раз, конечно, страшновато было. Ни фонариков, ничего не было. И первый раз еще сам шел. А сейчас уже не так страшно. Надеюсь, в этот раз никого не было из животных. Надеюсь, в этот раз тоже не будет. Так вот, внутри. Не высоко. Полный рост не постоишь. Там уже конец.
Вот такая вот пещерка. Где-то там у нас еще есть, говорят, пещеры. Пишите в комментариях, интересно будет вам сходить или нет. Фу, другую землянку, другую пещерку. Там, говорят, уже побольше, большая. Это так. Ой, будь здоров, спасибо. Ладно, друзья, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Вон рыбачок ходит, пофиг ему. Таких как утонуло-то. Вчера по новостям тоже передавали, двух снимали там дрейфующих на льдине неделю, месяц, сутки они это дрейфовали.